Сегодняшняя тема. В течение 3 месяцев экспозиция, развернутая в здании Ижорского политехнического лицея, будет открыта для всех желающих. Ее главная задача – профилактика наркомании в подростковой среде. Выставка также затрагивает вопросы истории употребления наркотических средств в религиозных церемониях, фигуры шаманов и служителей иных религиозных культов. Кроме того, учащиеся смогут увидеть композицию, иллюстрирующую втягивание человека в наркоманию, от первой пробы до последней стадии. Зрителям представлены экспонаты, изображающие известных личностей, таких как Курт Кобейн, солист группы Нирвана, легендарный Фредди Меркьюри. Источник Игорь Зубов, www.mr7.ru. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.